неудачник, мам. Я ничего не добился и не оправдал твоих. Моих. Ничьих надежд. Вчера меня уволили за профнепригодность. Мой главный редактор. Это бездарность и сволочь. Положил мне свою путненькую руку на плечо и говорит: Константин, ты мне не приносишь сенсаций. 13 лайков твой предел. И что самое печальное, это правда. Сейчас я чувствую себя белой овцой среди паршивых. Гадкой вороной среди. В общем, когда ты будешь на этот фильм, меня уже не будет. Богдан, скажите, у вас есть зарядка для такого телефона? Дай. Я на 3 минуты буквально. Ну, меди насы? Из дома сорвемся. Ну, а ты? Простите, не пью. Одобряю. Зря. Агне, стал веселым. Ады. Так вот. Отец свою строптивую дочь заточил здесь. О, одинаковые. Прямо в центре Резекне. Бедная. На золотом троне. Ну, ты цик. Зал с Макса. А можно как-нибудь по-международнее? Да я спросил, сколько стоит этот трон. Не уподобляйтесь торгашам, Яны. Это историческая ценность. А вы все-таки историк или полицейский? Я археолог. Агне, ну тем более. Ну тогда вы должны знать, что историческая ценность прежде всего ценность, а потом уже историческая. Прекрасный тост. Какие у нас там кауна? Варбут пари асимусту? Маньяо ирдраукс. Умес вензетр милом. Эй, вы там еще подеритесь. Это всего лишь легенда для туристов. При всем уважении, Алвис. Так вот, я ее увидел перед собой, так как вижу вас, уютный, неверующий друг. И мы с ней сегодня увидимся. Так вот. Винес ацби ксараудац, винсаргадив суни. Zelta un sudrabstēdēs iekalti. Tad, kad reizi 9 gados viņa cēlās un izgāja ārā virs zemes. Krasnī glazā prikovana k tronu dzīkī sabāk ir esu dzīvīts vietu pajūļājīts. Es kāpējuši šķies 700. Терминатор какой-то. Дункан Клауд в юбке. Ну или без юбки. Ну, в общем, ребят. Вы ценники. Оба. Трое. Надолго. Вы там в порядке? Thank you.
es esmu Eva. Pie manas mājās, Valdi? Nu, to, ka es neesmu savās mājās, es pamanīju, jā. Nepārdzīvo. Drīz šīs mājas būs mūsu. Ko? Tu teici, ka precēsies ar mani. Я повторю вопрос. Вы все настаиваете? Ага. Что он скончался сам? Ну, да. Я? Это паспорт умершего? Твою ж его налево. Vēl tu teici, ka esi iemīlējies manī neprātīgi. No pirmā uzmetiena un līdz mūža beigām. O, pagaidī. Tā es arī tieši tev pateicu, ja? Aha. Kā tevi sauc? Eva. Eva. Moj pasport uz starikā. O. Trupet. В трупе. Где же еще? Вы принимали в дороге алкоголь, наркотики? Послушай, гражданин начальник, мы сидим тут уже 20 минут. Наш поезд уходит через 10 минут. Наши вещи находятся в купе. А мой паспорт... Сядьте. Недавц подавц едзер, он... Он виспара... Манер мейтен. Tu viņu piekrāpi? Redzīgi sakot, es esmu pāršāls pār strīpu. Tu esi melis! Un viņa jau ar mani kādus divus mēnešus nesarunājās. Tu esi melis un bablīgs. Možbūt tam prosto piripūtāv. To? Što? Nu, vienkārši sajauca pases. Kāpēc? Kāpēc, kāpēc, gospēj, da što šmet takoj? Дедушка перепутал адрес. Друг, который умер, украл паспорт. Слушайте, мы можем сделать так, что мы aizmirstam то, что там у нас было. Не. Я. Я с ним поговорю. А куда? Тебя aizmirst, не. Я. Не рунас никого. Весь норм. Kāpēc man tevi jāatlaiž, tu esi mans vīrietis? Klausies, atrodi labāk citu vīrieti, jā? Пару дней. Потом в Германию с друзьями на рок-фестиваль. Хотел зажечь. Зажег. А сам? Да чё я? Рига, Москва, Москва, Рига. Командировка, отчет, отчет командировки там. Вот в 10 должен быть у шефа отдать отчет. Так что... А вот Агне у нас будущий археолог. Светило науки. Мечтала откопать что там? А, Латгальскую Трою. Ну, это как минимум, да? Слушай, Кость, ну а ты-то чё? Воды, 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 воды
туда пошел мужик лысый такой с девкой. Останови их, ладно? Послушай, туда, не на меня, туда посмотри. У меня паспорт. Мой паспорт остался тоже со своим паспортом. Прошу. Агне. Агне. Ну как Унги? Клаусус. Сижу, и с моим патрица, кого им вая кисть крить, бы то... Бег ты как гусь! Свах, то есть, ты, то есть! Вы по-русски говорите? Да. А замковая гора в какую сторону? Вам туда. А, спасибо. А металлист шустрый какой. Надо у наших футболистов тоже паспорта отобрать. Dear guests, I would like to show you the rail station of Resident 2. Here's the trains. Понятно. Что вам старик еще сказал? Дочь, богатая магистра Розы полюбила уличного музыканта, бедняка. Отсюда не понравилось, он был против. И тогда она решила сбежать из дома, и отец ее нашел и бросил во враг. Как осталось? Поблом спела. Это нам мало все сказал. Куч? Это наш папуч. А еще он сказал, что она жива. А сам умер. Сикан умер, упать сама из головы. А, дурак, может, это любовь в жизни. Агне, дзиве, та, не нопи. А как не бывает, Алвес, бывает. Алвес ее увидел в окно, а ты пришел и спугнул их обоих. Девушка влюбилась в мертвого старика, а я им вот помешал, да? Хватит. Теперь годы, если не сыпают, как сцены, чтобы ставил тебя на дверь. Погуглил. А, в Резахне есть замковая гора. А старик говорил, что встречался и будет встречаться с Розе именно там. Стоп, 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 ребята, неужели вы верите этот бред? Валдис, человек умер. Потом встал и пошел. Это же надо проверить. Я согласен, у меня автобус через полтора часа, так что можем проверять. Я сниму репортаж, выложу в YouTube и заработаю свои 13 лайков. Валди, для любого археолога очень важно сделать открытие. Это не просто трон, это историческая ценность. Агне. Atgriezies lūdzu realitātē, ja? Tev esmu es, un tu esi atbraukusi pie manis. Pēc visa tā, kas starp mums abiem ir bijis. Tāpēc mēs tagad lēnām iesim prom. Uz māju, guma roku. Uz roku, mēs lēnām. Varbūt tas tomēr aizstē. Kas? No tronas, es vienkārši domāju, ka mēs to varētu atdot muzejam vai varbūt pārdosim? Nē! Itak, pirmais video izrezam. Živai trup ili mērtvai duši. Galasujam, stājam laiki, paiehali! Какие люди! Ну что у нас нового? Да я все тут обегал. Ни трупа, ни магистра, ни так. Паспорта. Глеб, а что вы еще могли бы рассказать нашему зрителю нового? Кстати. Прям в камеру, сюда. Я готов. Да пошел ты. Лев, ну зачем так? Да отвали ты. Лев, вы меня слышите?
Дорогой Костя, вертикальное видео – признак селфи-мании. А селфи-мания – болезнь нашего мира, понял? Ну ничего страшного, у нас же есть еще другие мира или миры, как там правильно? Миры, Грамотей. Ну, давайте не будем увлекаться, продолжим нашу великую экскурсию. Хочешь алкосмит, сам я буду, я не которая появилась тысячи... Корреспондент кунгс, не бил, я буду сама редактеку. Не, бет вы знаете, как магистр кунгс сау севе, это сира драудзе, не, мейту. Piekala pie truņa tikai tāpēc, vien, ka bija ļoti grēcīgs. Vai zināt, ka maģistrs piekala savu meitu pie altāra, tāpēc ka viņi sapinās ar Ilas mūziku? Ei, ei! Saprat, ko? Faits tam atdavu trupa. Ogo, man tikai vnačāli puķi, jā, stresi uži nekļinai. Aizvāc to kameru. Izbīts. Viss, ejam prom. Ejam. Mēs viņu redzējam. Nu, un? Tas, ka kāds saģēbies maģistra kostīmā, nenozīmē, ka viņš uzcels pili. Ak. Itak? Похоже, в битве на замковой горе Валдис победил. И лишил нас одна. Хотя... Подождите! Стойте! 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 Я все понял, смотрите. Сейчас. Вот. 1285 году магистр Ливонского ордена Вильгельм фон Шауербург построил замок, назвав его Розитен. Розитен? Да. А в 17 веке, после того, как замок был разрушен, правители города разрешили оставшиеся камни использовать для строительства городских и частных зданий. Вот. И чё? Ну, короче, экскурсовод говорил, что подземелье и вход подземелья – это не одно и то же. Вот, что я хотел сказать. Агль, эйм. Реально, вот. Новая смекла. Эйм, эйм. Вот молодец. Агне, я прям чувствую, что мы на пороге великого открытия. Пойдемте. Пойдем, Агне. Эйм, Агне. Labā dīmē, jaunies cilvēki. Sakiet uz, vai jūsu baznīca atrodas kāda pazemes ieeja bunkurs vai alva, kura vaid uz pilskalnu? Pazemes ieeja bunkurs? Kur tu rozini? Jā. Nedzīvē zem baznīcas? Ā, tak jūs laikam par to Rēzeknis rūza jautāju. Nu jā. Nā, jaunie cilvēki, šeit tāda nedzīvoja. Iedzīvoja kotra Latgalīša sirdī. Tie rūdzi, ko jūs meklējas. Ā, mums tu visu atkīļi? Tako ži lūsīja. Es paskatīšos tur augšā. Jā. Sveicināti! A ko jūs tur darat? Pārbaudu tehnisko stāvokli. Mēs esam restaurātori. Restaurātori? Restaurātori. Jā, 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 jā. Bet saciet, jūs gadījumā neesat redzējuši četrus jaunus cilvēkus. Viens no viņiem ir rokeris. Meita neviena. Un viens visu laiku kaut ko filmē. Какие пещеры? Глеб Петровс, Константин Сколосовскис, я... Валим, 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 вал
свободен! Эй! Не важно, поехали. Блин, арма падает! Эй, палки! Потом давай сюда! Поехали! По 100 с каждого! Куют здесь? Станет! Вы куда отдал? Станет! Открыть машину скажу! Стой! Čau! Čau! Atbrīvojiet vietu, sieviete. Braucam. Скажите, а это не вход в подземелье? Нет. Нет, да? Нет. Спасибо. Что вы торопите? Чуть левее. Отлично, солнце падает. Все, спасибо. Ставлю! Tas ir arī viss, ko es vēlos. Iet uz mamūzu. Es atvainojos, atveriet, lūdzu, durvis. Paldies. Ko tu dari? Ko man bija darīt? Divus mēnešus neliecēs zedot nekādu ziņu. Es to zvanu, es to rakstu Kluse. Te tu ierodies kādam trīs jefiņiem. Ребята, что? Я сказала поехать. Да подожди ты! Ты сам смеялся над всем час назад. Ну, уже не смешно. Ну, а что это было за окном? Розы с собаками? Массовая галлюцинация? Да, но паспорт у полицейи точно был не мой. Простите, что нарушил вашу идиллию, но тут за нами, между прочим, погоня. Страж закона, лишенный транспорта, но вооруженный серьезным оружием. Вас там, кажется, ждут? Драуги, римши, это интересант. Поджалы троям. Бриллианас. Бриллианас, драуги. Kur tu vēl atnāci? Tevis dēļ visas sākās! Nevienas vēl ir briljanta. Čkārīgi. Aiz uz pār vītāšu iedzēni! Mē, tu piesēdies tā, aiz pie sevis, es pamūstu pie tevis! Vai mēs te neaizbūt? Mēs dzīvosim kopā pretēs, mēs paldies tev par dāvanu! Par ko man tas ir? Tu esi ļoti līdzīgs manam mīļākajam aktērim. Bāt! Tu domā, ka es to mīlu? Es to nemīlu, nekad nemīlēšu! Man arī nevajag! Sakiet, bet vai jūs ticat mīlestībai, nu pirmā acu... Skatiena? Jā,
Hatijana? Ne. Vidiš? Es ticu. Ну вот и все, дорогие друзья. Как говорится, до дому, до хаты. Ребят, что-нибудь скажете? Вали. Мани остаться его будет. Брак уже с Майей. Клав, ну а если ты тебе поводишь? А мне за добавкой, пожалуйста. А тебе без паспорта не дадут? Стой, слушай. Стой! Стой! Давай назад. Назад давай. Стой! Это была она. Устури! Paldies, mīļie draugi, par jūsu atsaucību, par to, ka esat šeit, Rēzeknes Pilsdrupā. Да, кстати. Неужели? Мой. В полиции? А мог бы быть в морге. Креститься надо, значит, не судьба. Ну так отметим. Опять за свое. Ой, это же юрист реконструктор. Я, лайк милый узам, то видос лайк усветлен. Мам, патик. Простите, а вы в курсе, что вертикальное видео признак селфимании? Чего? Согласен. Вертикально не ваш формат. Varbūt jūs vēlaties pievienoties? Varam uz. Да, Сергей Владимирович. Константин, есть курс. Доброе. Ну, в общем, я посмотрел ваши репортажи в сети. Наконец-то что-то такое. Градус есть. Даже страстишкой попахивает. В общем, талантливо. Вы меня слышите? Да. Да. Короче. Да. Жду вас завтра в редакции у нас. Давайте около 2 часов. Спасибо. Да? Кость. Кость, вы меня слышите? Алло? Константин? Почему вы молчите? Константин? Господа, микрофон будет? Принесите, пожалуйста, артисту микрофон.
Константин, вы готовы? Угу. Пожалуйста. С тех пор прошло 2 года. Мое мобильное кино набрало 1 миллион подписчиков, 10 миллионов просмотров. Константин, вас не слышно. Бла-бла-бла-бла. И вот сегодня на фестивале мне вручают цацку. Следующий. Стой, звезде зазвездить. Так сразу все звезданется. По-моему, я не закончил. Поговорка. Константин, в этой истории снимались не только вы. И в чем разница? Никакой. Именно поэтому я вас остановил. На церемонии награждения вы не скажете ничего нового. Минутку. Вот объясни мне, почему я профессионал, заканчиваю театральное, всю жизнь оттачиваю свое мастерство и не считаю себя звездой. Какой-то блогер. Знаете, в чем между нами разница? А? В том, что я стою здесь, на авансцене, и вот эти прожектора направлены на меня. А вы сидите там, в темноте, и вас никто не видит. По сути, вы никто. Следующий. Яни, татики романтика. Да, давно я не гуляла по апокалипсису. Но только если тут вермер был с изреком. Эй! А, рекурмуса таксис. Узраз, знаете, дейси? Туркур ревал шалаш наш. Туркур тас пепел дас. Брал там. Paldies. Viss kārtībā. Darbini, darbini. Pagaid! Ej, pagaid! Tu čo dzīvi? Устала. Скажи, ты меня любишь? Конечно. Какой ужас. Дорогие друзья, и вот мы снова находимся с вами в Резекне спустя 2 года. И первый мой репортаж будет вестись исключительно из Резекне от концертного зала «Горс». Запрыгивай, Кость. Привет. Здорово. Познакомься, это моя жена. Здрасте. Лабден. Лабден. В смысле, Лабден, прости. Отличный поворот. А ты не промах. Ну и как оно тебе? Первые 15 секунд беременности мне понравились больше. Икон, бачан тебе брал сам? Балдес, если он опыт. Шампис? Ну, ja uz ezera ievēlas vēlēšanos un iedzer šampanieti, tad tā noteikti piepildās. Un kāda būs tava vēlēšanās? Nu, lai piepildītu stāvējā. Tu ziņi, par ko es sapņoju? Nu, varu iedomāties. Par ko tad? Mm? Par ko tad? Par ko? Nu, par ko? 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 Par ko
Par ko tad? Ne. Agrāk šeit kas pārcēlē vēl? Jā? Interesanti. Uzmanīgāk? Oh, cik skaista! Zaķīt, viss tikai sākas. Sveicināti! Vasali! Labdien! Aha, sveiki! Ejam! Forši! Pēc leģendas, kā es teicu, ezera dibenā atrodas pils, saproti, ja? Un kurā dzīvo nelaimīgā princese, kuru ļaunais burvis viņas vīru, muzikantu, nomuru par suni. Un reizi 9 gados viņš... Tā, ne, nopietni. Leģenda ir tāda, ka tiešām esot gājis garām pats Ivans Bargais ar savu karaspēku un kādam zemniekam esot vaicājis. Это озеро или море? А тот ответил: разное. Кто озером называет, а кто морем? Вот ведь оно какое. Большое и разное. Agne? Pagaidi. Viņš taču ir cuka. Лёва, она же девочка. Нужно что-то романтическое. Ну так, я же и пою, так послушай. Лодзо? Палдес. Zini, Agne, tu man uzreiz iepatikies. Jā, bet tad, kad es uzzināju, ka tev ir draugs, nu, tas man salauza sirdi. Vīrašu sirdis, kāvēts sportslēns, liek aplaisinies kādēs. Сегодня ровно 2 года, как в поезде познакомились Агне и Янис. Парень нагло увел ее у Валдеса, и сегодня на яхте на озере, где исполняются самые заветные желания, собирается сделать ей предложение. Он опустится на колено, достанет кольцо, стумен по палубе 2 раза. Перед нами сдосимся, целя пошел Миша его. Вау! Стоит! Айзару! А когда красавица ответит ему согласием, а Янис в этом нисколько не сомневается, он пригласит ее на медленный танец. А потом, та-дам! Появимся мы, свидетели их знакомства, и, соответственно, начнем поздравлять невесту. Опаньки! Сотри. Слушай, чувак, не могу. У меня прямой эфир. Сотри, сказал. Телефон отдай. Да тише вы, услышит. Дикарь. Потому что не торгую личным. Что? Айзару, es gribēju tu tev lūgt, lai tu, vai tu varētu būt... Прошу прощения за преждевременность, но кажется, мы рожаем. Костя! Костя! А вы что здесь делаете? То же самое, что и вы. Дорогие друзья, мы представить себе не могли, что... Ты что творишь? Ребята, по-моему, мне нужно в роддом. Извините. Привет. Привет. Русские. Господи.
Viņi man desi. Mani arī. Tā, kapitān, davai k tomu bērgu. Pļāvā! Navaru. Što? Pretvieši, es aklus. Kādi cilvēki? Klausies, mums te Eva sadomāja dzemdēt. Aiziet uz dzemdību namā. Sorry, nevarēšu. Vedu mākslinieku. Svarvodai te idūts, jās smojas tiek čortavai materi. Pusi atkrvēja dvieri. Jē! Vaļā! O, privēt! Autobus zaņem. Te čo, cenus mi nebīvēju? Pri čom tu? U nīk koncert. Ja haču sarvāt. Pakā. Я тебе сейчас такой концерт тут устрою. У меня ребенок наружу лезет, ты что? Да я был извиняю. Агна? Лузу. Мани здесь. Давайте быстрее. Никого не забыли? Все нормально? Ага. Повторяй за мной. Зачем это? Ну, чтобы задержать. Это провоцирует схватки, Лёва. То есть клюсло скайстак? Я сейчас точно рожу. Spiedot man, ka es turēs tā. Nevajag. Es jau visu esmu aizmirsusi. Tu esi precējusies? Da. Muž, ребенок, бюро архитектурных раскопок. В общем, на самом деле, свободного времени вообще нет. Skaidrs. Agnes, samainamies! Samainamies! Viņš tev ir vīrs, vai? Agne! Jāni! Agne! Už neši netpravil, brāt, viņš nastrajenie. Ребята, мы не доедем до Резекне. Долго еще? Полчаса. Но я знаю короткую дорогу. Давай! Раньше была дорога. Вот там какой-то мостик. Пойду посмотрю. Яни? На, чё? А Яни, es gribēju palīdzēt. Pagaidi! Es nevēlos, lai tu ar viņu runātu. Tas ir skaidrs. Jāni, kas ar tevi? Un kas tad tas bija? Paranoja kaut kādu. Nevajag man tagad tēlot Minhauzenu, skaidrs? Ko? Labi. Tu gribi zināt, kas tas bija? Nu? A это было? То, что если бы здесь вот хоть что-то было, ничего такого, вот там бы не было бы. Эва, сиди здесь. По-моему, есть вариант. Ребята, со мной!
Ложная тревога. Схватки закончились. Ну как ты? Норма. Piedod, man nebija taisnība. Jāni. Я просто хочу, чтобы ты понимала, что я с тобой, потому что я хочу быть с тобой, не потому что я должна быть с тобой. Просто надо как-то вот... Знаешь, как Роман Спадзадас? Jāni, tu taču mums esi zvaigzne. Revīze rakstīts. Jauns, talantīgs finanšu analītiķis Jānis Bērziņš no Rīgas ir pirmais latvietis, kurš ir saņēmis iespēju stažēties prestižajā Royal Bank of Canada. Što? Man piedāvāja darbu Kanādā. Es tev gribēju pateikt, bet pēc tam, kad man... Ты уезжаешь туда на время? Nu, es nezinu, kā ies. Kā ies? Я тут. Сапрот, тады еспеер, тыкай рейзи дзиве. А почему ты мне сразу не сказал? Ну, с дома эту пекартись, брауксим копа. Ну да. Надо ехать. Ну я? Надо ехать, да? Надо ехать. Только с предателем я никуда не полечу! Я никуда не поеду! На! Сбрось! С предателем! Ты генерал! Всю убрось! Ау! Свою Канаду! Убирайся! Ау! Найди там себе кого-нибудь и возвращайся! Больше никогда! Узмариги! Никогда! Агне? Всё! Что такое? Подожди, отсюда! 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 Бери! Велосипед! Уезжай! Агне? Pagaidi! Klausies, es gribēju tev lūgt. Es vēlējos. Es... Vai Kanada? Bet es jau parakstīju līgumu. Nu, ko izskatās, ka es izdarīju izvēli? Может, успеем в роддом? Sveicināt. Juvelīrs. Jā, es pirms nesen iegādājos gredzenu, un es vēlētos to atgriezt. Ko? Nē, aiziet. Jā, izmērs nederēja. Nē, es vēlos mainīt, nevēlos mainīt, es gribu nodot. Nodot. Labi, jā. Опять эти кабаны набежали.
значит, сотряса. Чего ты мне указываешь? Я снимаю это для своих подписчиков. Ты снимаешь ради бабла. Потому что такие, как ты, готовы раздеваться, скандалить, представлять самое сокровенное, лишь бы заполучить очередную порцию лайков. Потому что лайки — это слава, слава — это бабло. Дешевая слава. Ты же был нормальным мужиком, Кость. На связи, ребята. Спасибо, Валдис. Мы тоже. Да. Удачи. Удачи тебе. Вам. Удачи. Давай. И пока. Пока. До свидания. Молодец. Ну вот видишь, все обошлось. А, ой-ой-ой. Успели. Ну ко. Braukšu pakaļ māksliniekiem, es ceru, ka viņi nebūs izsaukuši policiju. Bija patikami tevi satikt. Man arī tevi. Agne, brauc man līdzi. Nē, paldies. Man darīšanas. Varbūt aizņem uz kino, te ir sācies festivāls. Valdi. Agne. Jā. Labi, paliksim vienkārši draugi. Valdi. Tas nav draudzīgs. Tas bija draudzīgs. Bet šis bija tas, ko tu padomāji. Jūti atšķirību. Скучал по мне? Я не забывал тебя. Снимай, снимай. А теперь приз зрительских симпатий получает реалити, мобильное кино Константина Колосова. О, крученое селфи. С вашего позволения сделаем селфи. Вас всех видно. Мое мобильное кино набрало за последние 2 года миллионы подписчиков, десятки миллионов просмотров. И до сегодняшнего дня мне казалось, что это целиком моя заслуга. Сегодня, конечно, чтобы добиться успеха, можно рассчитывать только на себя. Этот путь меня привел к славе, а заодно и к одиночеству. Но судьба дала мне шанс. Мои друзья дали мне шанс.
Они помогли мне понять, что вот это мое мобильное кино — это наша общая заслуга. И без Агне, Яниса, Валдиса, Эвы, Лёвы его бы не было. Спасибо вам. Super, paldies! Labrīt! Labi! Mums ir šodien bagāžnieks sēdīt. Mēs šķietam. Zināt, šeit kādā nebūt izdomājot.